Друзья, привет! Хочу с вами поговорить о необходимости выполнения различных физических упражнений при сжигании жира. Это очень важно, поймите. Если вы сядете на диету, пусть даже на правильную, у вас первое время организм будет питаться именно мышцами, понимаете? То есть физические упражнения, причем тяжелые физические упражнения, не легкие, там многоповторка 15-20 раз, а я считаю, что надо раз 5-7 повторов так вот делать, можно меньше, то есть там чередовать, в общем, но не более 10, это точно. Организм будет есть мышцы, потому что человек их не использует. То есть к концу жизни примерно 18% мышц просто человека исчезают. То есть на их место появляется жировая прослойка. Потому что наш организм хочет выжить, а мышцы, они так как не используются, и они легче перерабатываются. А жир — это, как всем известно, запасы энергии, которые организм копит, то есть на самые такие критические случаи в жизни, на какой-то случай голода. Поэтому обязательно, если вы хотите похудеть качественно, особенно девушкам это относится, чтобы у вас остались попы, обязательно занимайтесь физическими упражнениями. Приседайте, отжимайтесь, ходите, не знаю, все что угодно. Потому что обычно девушка садится на диету, худеет, у нее не остается ни попы, ничего не остается. Все обвисшее, все некрасивое, но она одевает какую-то там, красивую одежду и такая в одежде ходит, типа: о, я похудела, я там секси бэйби. На поверку оказывается, что качество тела оставляет желать лучшего. Вот у меня примерно та же самая история. То есть я до сих пор худею, не спеша. И в связи с тем, что у меня стало пошаливать колено, я пока не приседаю и вообще на ноги мало нагрузок даю, кроме как сейчас вот стал в горах ходить. И у меня просто ноги мои, они и так-то были худые, а сейчас они просто тают на глазах. То есть такое чувство, что я худею только из-за ног. То есть верхняя часть тела, она почти такая же и осталась, потому что я там поджимаюсь, подтягиваюсь, не знаю, там на плечи иногда что-то делаю. Сейчас вот нет возможности с гирями позаниматься, к большому сожалению. Поэтому те мышцы, которые задействованы, они более-менее вроде как остаются. А на ноги я смотреть вообще не могу. Поэтому, друзья, обязательно занимайтесь физическими упражнениями при похудании, при похудении, при сжигании жира. Обязательно. Будьте здоровы.